Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы мастеров. Винсент Ван Гог. 1890 год. Белый дом ночью. Холст масла 59/72. Из собрания Крепса. Находится в главном штабе в Санкт-Петербурге. Картина нидерландского живописца «Белый дом ночью» Винсента Ван Гога. Одно из четырех полотен художника, которые хранятся в Санкт-Петербургском государственном Эрмитаже. Картина была написана 16 июня 1890 года около 8 часов вечера в городке Овер-сюр-Уаз за 6 недель до смерти художника. Точное время удалось установить благодаря расположению Венеры на небосклоне. Астрономы из университета штата Техас в Сан-Маркосе рассчитали, что изображенная на картине звезда – это Венера, которая как раз была самым ярким объектом на вечернем небе в июне 1890 года. Данная картина считалась утерянной после Второй мировой войны и была впервые представлена публике в 1995 году в Эрмитаже на выставке «Произведения трофейного искусства, захваченных Советским Союзом в конце Второй мировой войны». Как я уже сказал, картина сейчас экспонируется в главном штабе Петербурга. Вот такое описание я нашел к работе Винсента Ван Гога «Белый дом ночью». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.